так пообщаться живо. Хотя, если можно в следующий раз как-то вот туда сесть на трибуне, как-то не очень это самое, да. И пожелать всем, несмотря на те слова, которые там звучали, много пессимистические, будьте оптимистами, у вас все впереди. Я надеюсь, что и у всех присутствующих здесь много еще впереди. Поэтому пожелание, если необходимость есть, в чем-то могу помочь, как депутат, вашим, как говорится, услугам. Роман Сергеевич, помощник здесь по Санкт-Петербургу, у него все контакты есть, поэтому готов взаимодействовать. Еще один нюанс хотел это самое. Все же меня несколько, так сказать, как там народе торкнуло, когда оказаться своих родителей забывает. Вообще-то это совет работающий молодежи был создан персонально, в том числе по моей инициативе, и создавался на Кировском заводе. Поэтому... Знаешь, что успеть сказать? Поэтому прощаю. Так что спасибо вам еще раз. Если вопросы есть, и в заключение все же позвольте мне, среди студентов, которые учатся в вашем вузе, прекрасном вузе,